В 2021 году было заключено 1845 новых договоров аренды государственного имущества. 841 договор заключен по нежилым помещениям, а 1004 по земельным участкам. Наряду с этим в прошлом году было продлено 497 арендных соглашений, расторгнуто 176. По сравнению с 2020 годом, в минувшем году было заключено 1430 арендных соглашений, что в 4,4 раза больше. Поступления от аренды за период с 2017 года по сегодняшний день достигли максимума в прошлом году. В 2021 году поступления в госбюджет от сдачи в аренду государственного недвижимого имущества превысили 16,2 миллиона манатов. По сравнению с 2020 годом поступления в госбюджет выросли на 57,4%. Прогноз по доходам выполнен на 147,4%. По сравнению с 2019 годом в прошлом году в госбюджет поступило около 5 миллионов манатов. Или 41,7% по сравнению же с 2020 годом около 6 миллионов манатов или 57,4%. Государственной службой по имущественным вопросам в прошлом году обеспечено нежилыми участками 22 организации. Садагет Сулейман, Гюляр Хетамова, новости СТВ.